Ровно на час одна из центральных улиц Анапы превратилась в гоночную трассу, легальную, и не для автомобилей-болидов, а для шоссейных велосипедов. Критериум – одна из дисциплин в велоспорте – групповая гонка по улицам города. Такие зрелищные соревнования на курорте проходят ежегодно. Однако в прошлом сезоне из-за пандемии заезды не проводились. А этой весной в Анапе вновь собрались сильнейшие спортсмены со всей страны. Анапу тренеры считают одним из лучших мест для проведения чемпионатов и первенств всероссийского и регионального уровня. Краснодарский край представили 4 велогонщика. Анапчане пока в резервной группе. Однако развитие этого вида спорта поддерживает мэр Анапы Василий Швец. А представители федерации и профильного министерства края возлагают большие надежды на новичков. В Краснодарском крае 13 муниципальных образований развивают велосипедный спорт. Это достаточно большое количество, учесть, что велосипедный спорт – это все-таки технический вид спорта, требует материального такого обеспечения, как велосипеды и тому подобное. Вот, и мне очень приятно, что после долгого перерыва уже в этом году решением главы города открыто отделение велосипедного спорта. Для спортсменов гонка превратилась в настоящее испытание. Погода разыгралась не на шутку. Поднялся сильный ветер, создавая дополнительные сложности. Несколько гонщиков сошли с трассы еще до финиша. Остальные прошли расстояние в 35 километров. Так победителями стали спортсмены из Санкт-Петербурга, взяв золото, серебро и бронзу. Было очень сложно, виражи, мокрая трасса, ветер. Буду стараться профессионально гонщики выбиться. Всероссийские соревнования по велоспорту завершатся 17 апреля. В них принимают участие 160 велогонщиков из Москвы, Краснодара, Омска, Иркутска и других городов России. Следующий заезд пройдет по трассе между станицами Гастагаевской и Натухаевской. Победители получат медали, грамоты, а также памятные подарки от мэрии Анапы. Никита Бойко, Ксения Сипкова, Михаил Григорьев, Анапа регион.